Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем серию интервью на самоизоляции. 75 лет тому назад наша страна одержала победу в ожесточенной борьбе с фашизмом. Сегодня, находясь практически в военном положении и сражаясь с новым коронавирусом COVID-19, многие проекты были вынуждены уйти в онлайн. Какие акции и флешмобы, посвященные этой великой дате, реализуются сегодня дистанционно? Как можно принять в них участие, расскажут наши гости, которые находятся с нами на прямой связи. Это Юрий Рождествен, главный конструктор авиамодельного конструкторского бюро «Маленький самолетик», а также вы узнаете о проекте «Сад Победы». В этом проекте может принять участие каждый, у кого есть балкон или просто кто хочет посадить дерево. Владимир Дмитриев, начальник управления науки Рослесхоза, расскажет нам более подробно об этом. Коллеги, здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Добрый день. Все, вижу, находятся на самоизоляции, но, тем не менее, судя по вашим проектам, они не остановились. Давайте сейчас расскажем нашим телезрителям, как можно, даже находясь дома, принять в них участие. Владимир, у вас проект, посвященный Саду Победы, и я так понимаю, что те, у кого есть балкон, кто обладатель прекрасной дачи или кто просто в горшке имеет возможность что-то посадить, может принять участие в вашей акции. Но расскажите об этом более подробно. Ну, действительно, у нас есть такая акция, которую мы поддерживаем как Федеральное агентство лесного хозяйства. Инициаторами акции являются такая организация, как «Волонтеры Победы». И суть акции состоит в том, что посадить по одному дереву в память о окончании войны и в память о всех погибших в годы Великой Отечественной войны. Ну, мы стартовали, когда еще не была существенная ситуация с коронавирусом месяц назад, и, тем не менее, как бы смогли посадить до настоящего времени уже почти 6 или 6,5 миллионов деревьев за месяц. Ну и надеемся, что в течение всей акции мы сможем посадить все 27 миллионов деревьев. Значит, ну, естественно, та ситуация, которая возникла в связи с развитием вот этой страшной вирусной инфекции, заставила нас несколько изменить формат проведения акции. То есть история с тем, что посади сад памяти дома, она, в общем-то, стала таким нашим ходовым рабочим хэштегом, и, естественно, мы не сможем теперь собрать множество наших сторонников, множество тех людей, которые откликнулись и готовы поддержать эту акцию, и перевели ее больше в такой, в домашний формат. То есть не секрет, что многие люди, находясь дома, на своих дачах, на своих там участках, как бы могут и, в общем-то, присоединиться к этой акции. Наша задача, в общем-то, как бы в том, чтобы как можно больше людей оказали поддержку этой акции и высадили в память о своих близких, которые отдали жизнь в годы Великой Отечественной войны, одно там или несколько деревьев. И сейчас вот как бы с таким хэштегом довольно много идет «Сад памяти дома» хэштег. Я хочу напомнить, идет довольно много, ну, как бы, посадок этих деревьев, поэтому все, кто сейчас в самоизоляции и может присоединиться к нашей акции, поддержать ее именно с таким хэштегом, ради бога, мы призываем, соблюдая все санитарные нормы, все ограничения, которые есть в вашем регионе, присоединиться к нашей акции. Надо сказать, что акция стала, ну, как бы так, стихийно международной, несмотря вот на все проблемы. К нам присоединились, так скажем, люди в 16 странах. Ну, прежде всего, конечно, это представители стран СНГ, стран-участников, участниц антигитлеровской коалиции. Поэтому там есть свои волонтеры, которые, в общем-то, присоединились к нам. Ну и более подробно об акции можно узнать на сайте акции, которая так называется «Сад памяти 2020». Удивительная, прекрасная акция.
Юрий, скажите, какова география вашей акции? Вообще расскажите о том, как можно всей семьей принять участие в вашей акции, флешмоб, не знаю, как правильно называется, да, «Бессмертная эскадрилья». Так, добрый день, меня зовут Юрий Рождествен, я координатор всероссийской акции «Бессмертная эскадрилья». Наша акция начиналась в 2016 году с одного места в Москве, это Ходынское поле, известное авиационное место. Постепенно, конечно же, география проведения расширилась. Это Южный Сахалин, это Калининград, это Крым, это Архангельск. И да, есть тоже два места, где нас поддерживают и за границей, то есть большая диаспора в Австралии. И одна семья, которая живет в Греции, тоже Греция славится, так скажем, партизанским движением против немецко-фашистских захватчиков и тоже поддерживают нас, запуская бумажные самолетики в небо. Сама акция «Бессмертная эскадрилья», идея ее в том, чтобы дети начали изучать биографии летчиков-героев, чтобы во время 9 мая у нас был не только какие-то торжественные моменты, которые связаны с парадом, с воздушным парадом, связаны с выступлениями со сцены различных людей, замечательных, там, ну, наверное, ветераны уже редко выступают, но с каким-то опытом, а в том числе, чтобы после всех этих торжественных мероприятий в парках, скверах, на улицах звучал детский голос, детский смех, детское такое веселье, то, ради чего, в принципе, и сражались, ну, мои дети, вернее, мои деды, а, наверное, наших детей, уже прадеды. То есть и мы запускаем бумажные самолетики, делаем бумажные самолетики, складываем их и запускаем их в виде такой, где-то это в виде викторины, где-то в виде просто какого-то флешмоба, где-то это организованно проходит. Но мы как бы желаем в том, ну, как бы желаем в том, чтобы формат акции вот «Бессмертная эскадрилья» с бумажными самолетиками был неформализованный. То есть наша задача, чтобы каждый участник придумывал свой формат. Да, в этом году, наверное, будет трудно запустить их где-то на улице, но даже в той же самой квартире, или если вы, например, вместе с семьей уехали на дачный участок, пожалуйста, бумажный самолетик на улице, на вашем дачном участке все равно полетит, будет красиво, здорово. И не только вы взрослые, вернее, мы взрослые отметим этот праздник, каждый по-своему, кто-то с грустью, кто-то с тревогой, кто-то с радостью. Ну и в том числе отметят наши дети, ну, вот именно тем самым здоровым, детским, веселым смехом. Спасибо большое, Юрий. Я думала, вы нам покажете сегодня мастер-класс, как сделать самолетик. Потому что многие... Я постараюсь, да, если время будет, я постараюсь это сделать. Мы сейчас вернемся, вы пока подготовьтесь, потому что многие взрослые уже забыли, как делать самолетик, мы им сегодня напомним. А я пока вернусь к Владимиру. Владимир, скажите, а имеет вообще значение, что сажать? Может, у вас есть, ну, изначально вы планировали, например, высадить какие-то определенные породы деревьев, да? Но сейчас в условиях самоизоляции вообще что можно посадить? Дайте какую-нибудь подсказку практическую людям. Ну, как правило, сажают те породы деревьев, которые характерны для данной местности, где проходит акция. Но больше всего, конечно, стараются посадить сирень. Сирень как-то у нас... Очень символичная такая, да, порода, она очень сочетается именно с победой, вот, ну и, в общем-то, цвет сирени, он один из таких характерных цветов, который отмечается на логотипах и на символике нашей акции. Ну, очень много чисто лесных деревьев, потому что надо сказать, что у нас очень много активного участия принимают все лесничества на всей территории страны, и сейчас один из форматов этой акции, когда лесники выходят и сажают свои леса и посвящают их тем, как бы, людям, тем павшим, которые жили, воевали, и так или иначе их судьба была связана с Великой Отечественной войной. Поэтому это и чисто лесные породы: ель, береза, липа,
ясень, дуб и так далее, так и чисто такие садовые и парковые деревья. Это и клен, это и березы, это и, ну, какие-то бук где-то может быть. Вот. Ну и, естественно, садовые растения. Вишни, много яблонь сажают, груши и так далее. Владимир, ну а те, кто сидят дома, да, и у них нет дачи, у них есть маленький балкончик в лучшем случае, но они тоже очень хотят принять участие. Есть горшок, есть земля. Что посадить? Что вы рекомендуете посадить дома? Ну, те, кто сидит дома, есть ряд растений, которые прекрасно черенкуются и которые можно укоренить и посадить свое такое маленькое дерево памяти. Конечно, не так давно у нас было вербное воскресенье. Возможно, у кого-то остались эти веточки, которые участие уже, наверное, они укоренились, и их можно вполне использовать для такой акции. Ну, а у нас появились такие достаточно большие энтузиасты и креативные люди, которые, ну, смогли в домашних условиях скреативить интересные поделки в виде из бумаги, из подручных материалов, таких символичных памятных деревьев. Но я думаю, что потом, конечно, они посадят свое и живое дерево, но сейчас они делают такие поделки. Ну, мы обязательно их покажем, вот, но сейчас они находятся в таком творческом поиске. Поэтому для нас мы считаем, что главное, чтобы память была увековечена, чтобы память о тех людях, которые воевали во время войны, которые прошли через эти страшные годы, она осталась у нас навсегда, чтобы никто не мог, ну, как бы исказить каким-то образом или забыть то, что было, нашу историю. Поэтому любые форматы, любые формы присоединения к этой акции мы только приветствуем. Владимир, скажите, ну а вы помните, как делать бумажный самолетик? Я с удовольствием у Юрия посмотрел. Юрий, давайте, ваше звездное время. Сейчас все будут, и я вот тоже, пока буду на вас смотреть, попробую сделать бумажный самолет. Ну, давайте, да. Давайте, я научу вас делать бумажные самолетики. Ну, или кто-то вспомнит, кто-то из детей научится. Вот у меня в руках такой набор, подготовленный аэропортом города Калуги имени Константина Эдуардовича Циолковского. В принципе, мы эти наборы с бумажными самолетиками, они как раз вот здесь вот несколько типов их с инструкцией, как правильно сложить. Мы предполагали, что мы до пандемии коронавируса будем раздавать всем детям, которые будут вылетать из аэропорта Калуга по каким-то своим надобностям, там куда-то на отдых, еще чего-то. Ну, конечно же, эти все наборы сейчас есть в аэропорту, но вот я возьму один из этих наборов и попробую вам продемонстрировать, как правильно сделать красивый бумажный самолетик. Первое правило – мы делаем его на плотной бумаге. То есть, если вы возьмете простую офисную бумагу плотностью 80 грамм на квадратный метр, то это чуть-чуть не то. Надо поплотнее, 100 грамм, да. 100 грамм. Потом, вот у вас был листочек в руках, и есть небольшой совет. Мой листочек на 4 сантиметра короче офисного формата. То есть он подогнан под формат детской тетради. То есть самый красивый самолетик получается именно из обычной ученической тетради. Поэтому вы вот продемонстрировали свой листик, и перед тем, как делать самолетик, или после того, как делать, надо снизу от подвала отрезать 4 сантиметра. Дальше. Делаем следующее. Вот здесь все-все-все есть, даже QR-код есть, даже есть схема. Сайт называется бессмертнаяэскадрилья.рф. Там есть все инструкции, все правила, как это все сделать. Но я сейчас показываю, ну, как я делаю. Первым делом мы складываем лист бумаги пополам, повдоль длинной линии. И вся красота нашего полета зависит от того, насколько мы сделали аккуратно и симметрично первый вот этот сгиб. Вот первый сгиб – это уже, ну, так скажем, основа того, что самолетик летит красиво. Дальше. Смотрите, вот я даже здесь специально сижу и вытянул руки перед собой, складываю самолетик на вытянутых руках. Зачем я это делаю? Дети, к сожалению, они не контролируют себя, и они начинают вот этот вот лист бумаги прижимать к себе, к телу. И когда они его прижимают к телу, они начинают сгинать вот эти кончики листиков, и самолетик летит некрасиво. Поэтому
совет родителям, совет детям, постарайтесь складывать самолет на вытянутой руке, чтобы он не прикасался к вам. Тогда он будет аккуратный, ровный, симметричный. Итак, первое – это сложение пополам. Затем мы делаем простой элемент. Это складываем два вот таких треугольничка. Прямо на схеме это обозначено. Сложили два треугольника. И этот большой треугольник заворачиваем вниз. А вот теперь небольшая хитрость. Дело в том, что большинство тех людей, которые даже помнят, как делать бумажные самолетики, они снова делают такой же треугольник. Но посмотрите внимательно, как делаю я. Я делаю не совсем треугольник, а вы сейчас это увидите после того, как я согну еще два краешка. Видите, вот здесь получилась такая планочка. Она прямо на схеме у нас обозначена 1-2 сантиметра. Вот первый раз был уголочек острый, а второй раз, ну, мы отвлечемся от строгих правил геометрии, скажем, угол получился тупой. Ну, то есть это так, по-детски. Но зато внизу у нас остался язычок, фиксирующий язычок, который мы фиксируем эти два наших крылышка. Язычок загинаем вверх, складываем самолетик пополам, и вот у нас уже почти готов. Выравниваем его, и теперь, видите, вот этот вот язычок, он фиксирует наши крылья, и самолетик не распадается. Теперь надо сделать так, чтобы вот эта вот верхняя линия крыла при сгинании проходила вдоль самого брюха самолета. Ну, мы по авиационному говорим фюзеляж, а то же самое по бытовому, ну, скажем, брюхо, корпус. И теперь мы уже сделали крыло. И смотрите, тоже одна из основных ошибок при складывании самолетика. Вот так вот сложили, и когда мы смотрим на наш самолетик сзади, мы видим такой домик. На самом деле наш самолетик должен быть похож на такую английскую букву Y. Крылья должны быть подняты вверх, и вот такой вот Y. И теперь проконтролируем два вот этих вот самых кончика, два кончика крыла. Когда я говорил, что дети прижимают лист бумаги к своему телу, то они загинают вот эти кончики. Один вверх, один вниз, и самолетик не летит. Даже если вы случайно их загнули, чуть-чуть подровняли, и самолет готов к полету. И если вы скачаете схему с нашего сайта, то у вас будет написано «Бессмертная эскадрилья», «День Победы». Будет изображен один из самолетов, принимавший участие в Великой Отечественной войне, в данном случае у меня штурмовик Ил-2, и еще полезная информация про каждый самолетик на крыле, написанные его технические характеристики. Это совсем краткая информация, но все равно она познавательна для любопытного мальчишки, который вот готов что-то такое присоединиться к нашей авиационной акции «Бессмертная эскадрилья». Если какой-то есть еще вопрос, я готов продолжить. Юрий, спасибо вам большое. Владимир, показывайте, что у вас получилось. Вы делали, я знаю. У меня тоже есть самолетик. Вот. Конечно, не такой красивый, как у вас, но я обязательно зайду на сайт, так же, как и Владимир. И мы сегодня сделаем как положено все, да? Мы теперь знаем все тонкости. Юрий, а вы нам поближе покажите, что у вас получилось, а то мы не очень видим. Я не хочу позориться. Ну, ладно. У меня получился, смотрите, я, честно говоря, таких самолетиков за свою жизнь сложил, наверное, несколько тысяч, поэтому я на мастер-классах детям их складываю с закрытыми глазами. А вот посмотрите, самое важное, ну, то есть одно из важных моментов, у меня, видите, крылышко короче. Вот да. Вы поднимите свой, Владимир, самолетик. У вас такое длинное крыло, вот видно, длинное. 4 сантиметра отрежьте, полетит красивее. Вот будьте уверены, что более будет красивый полет. Вот на хорошей светлой ноте. Коллеги, спасибо вам большое за то, что, несмотря на то, что мы находимся в довольно непростых условиях, вы сегодня рассказали о своих очень светлых проектах, которые могут быть полезными каждому, кто находится дома, принять в них участие, посадить дерево, запустить вот такой вот замечательный бумажный самолетик и отметить таким образом великую победу. Спасибо вам большое. Спасибо за приглашение. Дорогие друзья, ну, обращаясь к вам, мне хочется сказать, что несмотря на то, что все мы находимся на самоизоляции и дома,
все равно можно принять участие в самых разнообразных акциях, которые проводят некоммерческие организации, которые проходят на государственном уровне или которые проводят просто неравнодушные люди. Ведь сделать бумажный самолетик и посадить дерево даже в домашних условиях или какое-то растение может каждый из нас. Но согласитесь, на вроде бы мелочь, но как многое это значит для великой памяти. Будьте дома, берегите себя. И до новых встреч на телеканале «Русский мир».